Друзья, что если я вам скажу, что вы можете пользоваться темной темой не только в ваших смартфонах, а именно iPhone или iPad, а еще и в браузерах. Скажете, а это уже есть, на некоторых сайтах поддерживается, на сайтах да. Но такие как почта, там еще Apple сайт, еще какие-то другие сайты, нету выбора темной темы. А что если я вам скажу, что можно все-таки сделать так, чтобы была темная тема в браузере, когда вы будете серфить? Это очень приятно для глаз в ночное время. Если вам интересно, как это сделать, досмотрите видео до конца. Пока, добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Играя в различные мобильные игры, особенно в те, которые требуют донат, в какой-то момент вы осознаете, что игра вам не подходит. Здесь есть несколько решений. Перестать играть или вернуть потраченные средства. Если еще несколько лет назад было вернуть деньги с игры по щелчку пальцем, то сейчас такая возможность осталась только у профессионалов, знающих все законные лазейки таких площадок, как Play Market и App Store. Именно такого специалиста я вам советую. Через него вы сможете вернуть любой донат с любых игр и приложений сроком от 60 до 540 дней. Здесь никакого риска, вы оплачиваете работу только по факту выполнения, после того, как деньги поступят на вашу карту. Все контакты в описании под видео и закрепленном комментарии. Некоторые сайты, которые действительно это поддерживают, а на некоторых сайтах этого нет. Но с помощью расширения мы сможем это сделать. Именно расширение в браузере Safari. Используем только стандартные способы и, естественно, стандартный браузер Safari, который имеется на iOS-устройствах. Давайте еще посмотрим, как это сделать. Итак, друзья, сейчас я вам продемонстрирую браузер Safari, те страницы, которые не имеют темной темы по умолчанию, но мы сейчас с вами ее сделаем. Переходим в настройки, нажимаем управление расширениями, активируем наше расширение, вот, переходим в само расширение и его включаем. Все, после этого все браузеры, страницы, те, которые не имеют возможности перейти в темный режим, она будет в темном режиме, даже поисковая страница Google не имеет значения. Все будет в темной теме, красиво, приятно для глаза, особенно в ночное время. Ну, как для меня, по крайней мере. Напишите вы в комментариях, используете ли вы темную тему. Что для вас лучше, темная или светлая тема? Вот и все, друзья. Если вам будет интересно, что это за программка, как ее установить, спускаемся ниже в закрепленный комментарий под этим видео. Я оставлю ссылочку на данное приложение, и вы сможете точно так же использовать это расширение, будет вам темная тема. Дальше больше, скоро увидимся. Wychowałem, mówił mamie, chcę trenować dalej. Do szkoły to nie chciałem, bo się poobijałem, bo się już nasłuchałem. 3 lata zmarnowałem, poprawek nie wykorzystałem, ale zdałem.